Итак, ну, думаю, началось. Читаю сегодня новости. Нападение на Эллу Панфилову. Конечно, кремлевская пресса тут же все это повернула в сторону обыкновенного грабежа. Но я думаю, что любой грабитель приблизительно знает, в чей дом он пытается залезть. Поэтому на случайность я бы отвел процентов 5, максимум 10. Все-таки я думаю, что кто-то очень хотел увидеть именно госпожу Панфилову. А что же началось? Давайте вернемся к истории. Дорогой наш дедушка Владимир Ильич Ленин, а также бородатый товарищ Маркс, что они писали про ту ситуацию, которая сегодня назревает в России? Я обращаюсь к самому надежному источнику Википедии. Итак, поехали. Красный террор. Комплекс карательных мер, проводившихся большевиками. Маркс писал, что существует лишь одно средство сократить в кавычках кровавые муки родов нового общества, только одно средство – революционный терроризм. Председатель Совета народных комиссаров РСФСР Владимир Ленин предложил метод проведения террора, объявив нравственность обманом, подчеркнув, что нравственно все, что полезно революции. Еще в сентябре 1917 года, то есть до Октябрьской революции, в своей работе «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» Ленин заявил, что, в кавычках, «бессмертной казни по отношению к эксплуататорам, то есть помещикам и капиталистам, едва ли обойдется какое ни есть революционное правительство». Вот так вот, господа оппозиционеры, чему вас учил дедушка Ленин? Учите историю в школе. Ленин говорил о необходимости применения суровых мер по отношению к классово чуждым пролетариату элементам, которые, по мнению Ленина, нуждались в разных формах перевоспитания. В одном месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, полдюжины рабочих, отлынивающих от работы. В другом поставят их чистить сортиры. Вы чувствуете, откуда слово-то взялось у нашего дорогого господина Путина? В-третьем, снабдят их по отбытии карцера желтыми билетами, чтобы весь народ до их исправления надзирал за ними, как за вредными людьми. В-четвертом, расстреляют на месте одного из 10 виновных в тунеядстве. С вами был Игорь Вагошкин. Подписывайтесь на рассылку новостей издательства «Наш дом» на сайте www.nashdom.us, а также на мой видеоканал. Спасибо за внимание.